Что у вас в руках, расскажите? В руках это контейнер, в котором химические вещества, которыми забрасывают они нас. Не знаем, чем они нас забрасывают, ну, в плане какого оружия. Ну, это можно любое приспособление делать. В середине серый порошок. Сейчас мы его на анализы. Ну, головные боли, тошноты. Такое. Ну, то есть какую-то отраву получается. Да, химическое вещество. Вот вчера оно прилетело к нам. Раньше прилетали такие подарочки от укропов? Вот или это первый раз? Сюда нет. Раньше чуть дальше прилетали. Ну, в малом количестве. Сейчас они стараются во всем. Вот 152-е. Ну, это вот что, свеженькое, да, осколок, получается? Да, свежий. Угу. А эта штука опасная, потому сейчас мы завезли противогазы в больших количествах. Будем обороняться от этого дела.